открыт гипермаркет, и покуда стоит белый свет, при таком разнообразии товара ни один прогорит конкурент. Желаю счастья, успехов, и чтобы никакой кризис не помешал их карьере. И хочу поблагодарить за хорошее обслуживание и качественный товар. Поздравления, процветай, нагадай века, радуй нас разнообразием товара и, конечно же, биркой цена. Любимый магазин «Глобус». Почему он любимый? Потому что, приходя сюда, здесь, во-первых, замечательные девчонки классные работают, парни добрые, которые тоже всегда улыбаются, помогают там что-нибудь принести, унести. Атмосфера такая дружелюбная, цены нормальные, зайдите в любой магазин. Сами увидите. А у них какая выпечка? За пончиками мы ездим и возим эти пончики. Всем с таком в Коврове. Поздравляю сотрудников «Глобуса». Они очень милые, обаятельные. Весь персонал, кассиров. Всего доброго вам желаю. Счастья, удачи, всего доброго. Есть в «Глобусе» также ресторан. Он очень отличен по-своему. То есть можно пить пиво, отдыхать, гулять, развлекаться. В ожидании чудес невозможных люди ходят по залу толпой. И потом, невзирая на возраст, тащат сумки большие домой. За то, что такая чуткость открылась, меня поразила встреча 8 марта. Те розочки, которые были подарены, так тронули до глубины души. А моей приятельнице и мне тоже розы-то давным-давно никто не дарит. Спасибо вам за все. Низкий поклон. Ну что сказать, ну что сказать. Устроены так люди, желают есть, желают пить. И покупать где лучше, и покупать где лучше. А еще это настоящий европейский магазин, потому что в Европу я объездил, было в 9 странах. И неоднократно убедился в качестве этой компании. Йоу!